Почему не стрелял? Не понял. Там, в доме, Натаниэль мог выстрелить и убить меня. Почему ты не стрелял? Чтобы действовать, нужно владеть всей информацией. Прежде чем принимать решение, я думаю. Да ладно, на решение была секунда. Он мог прибить меня, прежде чем ты очухался. Ах, прости. Я думал, ты крепкий парень, который не раз попадал в переплет. И который не дрейфит по пустякам. Иди ты знаешь куда, Норман. Вот он. Мирослав Гордо? Да. Лейтенант Картер Блейк, у меня есть пара вопросов. Он же убежит! Эй, смотри, пока! Эй, зачем толпа? Похоже, мы поймали нашего мастера Игоря.